готовим вкусный салат «Яралаш». Для приготовления нам понадобится куриное бедро, маринованная капуста, огурцы и шампиньоны, а также морковка по-корейски, картофельные чипсы, кукуруза, зелень и майонез. Первым делом подсаливаем воду и отвариваем курицу. Пока курица варится, нарезаем маринованные овощи мелким кубиком или соломкой. Зелень также измельчаем. Отваренную курицу остужаем и мелко нарезаем. Выкладываем на большое блюдо с одной стороны. Остальные овощи и зелень также помещаем на блюдо секторами. Подавать на стол нужно вместе с майонезом. Перед употреблением этим майонезом заправить салат и перемешать. Приятного аппетита!